Всем привет, с вами Стрымова на канале Рухард Project, и это 6-я серия прохождения Assassin's Creed Хроники Китая. И мы ищем злобного китайского работорговца. Так. Вот, и нам явно нужно бежать вперед к тому подъемному механизму. И вот этого товарища надо бы, наверное, убить. Ибо нефиг. Так, хорошо. И вверху есть какие плюшки? Непонятно. Опа. Стража увидела, что мост подняли. Точнее, опустили. Блин, я бы тебе на голову сейчас упал. Так, еще 2 секунды, стой, не шевелись, и будет дело. Во, все, супер, ништяк. Там вверху еще один какой-то подъемный механизм был. Довольно любопытный. Так, и как-то же нужно еще тебя убить. А, ёпрессет, давай. Есть. И, а вот и наша вражина. This belongs to me. Zhang Yong will come for the box. He will avenge our deaths. I am counting on it. Короче, предыдущую серию я не доиграл буквально 2 минуты, и глава была бы завершена. Да, печально вышло. Ну, ладно, ничего не поделаешь. 4-я глава пройдена. Что мы получаем? Мы получаем увеличенный запас метательных ножей. Убийство в скольжении. Нажмите ЛТ во время бега, чтобы скользить, и нажмите бла-бла-бла, чтобы выполнить атаку во время скольжения. Убийство в прыжке. Прыгните в сторону врага, который вас не видит, и нажмите, чтобы совершить убийство в прыжке. Во как, 2 новые плюшки. As you slide past an enemy, use your sword to deliver a killing blow. Так, во время скольжения нажмите... Ну-ка, а как скользить? Я забыл уже. Так, скользить. А, вот так вот нужно скользить. Ну-ка. Так, стоп. Ага. Вот, все, понял. Yes, that's it. Ух, блин, ну по-моему это сильно жестокое убийство. Excellent, Chao. Your training is almost done. Leap through the air, plunge your sword deep into your enemy. Так, выполнить прыжок и бла-бла-бла. Excellent work. Keep it up. Так, хорошо. Try again. Нет, не то. Чего-то пошло не так. Still sharp, I see. Try again. Well done, Shout. Your training is complete for now. Так, освоили мы новые приемы. His body is still warm. The assassin cannot be far. Shall we search the docks, Master Chuju? The assassins claim they protect the innocents. Let us show them that their actions have consequences. Arrest everyone! Burn all the ships to ashes and find me the assassin! А вот и вышло боком убийство того хрена. Наверное, много жертв будет. Когда было найдено тело Юй Даюна, Цю Цзюй бросил все силы на поимку Шао Цзюнь. Тамплиеры заняли порт и заблокировали все пришвартованные корабли. Шао Цзюнь необходимо как можно скорее бежать из порта, охваченного огнем. Так. Нам нужно отсюда выбраться. Save the ships!
Причем как можно скорее. Все в огне, все пылает. Не хочется здесь оставаться. Ни на минуту дольше, чем нужно. Так. Ничего интересного. Так, неудачно. Жаль, 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 не получилось. Блин, чувак, я бы тебе помог, но игра не позволяет. Атаку, убийство стражников при скольжении, бла-бла-бла-бла-бла. Ага, во как. Не, ну классно же. Ай-яй-яй. Чего-то пошло не так. Так, зато здесь у нас все по плану. Блин, класс, все просто супер пока идет. Никаких тревог, никто нас не замечает. Блять, мать вашу, бежает. Доберитесь до Ван Янмина. Кто это? Кто это такой? Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, тут уже на время пошло дело. Либо успеваешь бежать, либо трындец. Да, вот засранцы разбушевались. Неудачно. Ладно, нужно еще больше тренировок. А, ну вот, теперь сработало. Да, эта глава у нас на скорость. Где нужно бежать, 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 ни на что не отвлекаясь. Иначе будет грустно. А ясно, куда? Куда я прыгаю вообще? Что я творю? О, это же... Да? Это была синхронизация, типа. Так, ладно, все, нет времени. Сидеть. Да, и на карте ничего не обозначено. Или все-таки что-то есть. Ну, короче. Вы поняли, да? Бежим прямо, 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 прямо. И еще раз прямо. Да. Так, осколок анимуса. Ну туда нужно по-любому. Не-не-не-не-не, даже не думай. Даже не думай. Так. Если мы найдем тебя.
Не-не-не-не-не. Нет. Да. Все с вами ясно. А зачем? Нужно было это делать. Может быть, здесь что-то есть? Да, можно еще и сюда, оказывается, пройти. И разница заключается в том, что там был осколок Анимуса, а вот здесь его нету. Ага, и туда еще не пройти. Только вот так. Ну, графика... Ну, точнее, не сама графика, а стилистика очень классная. Все красиво проработано. Так, осталось понять, как не сдохнуть. На всем этом ужасе. Эй. Я так полагаю, выход где-то рядом. Угу. Беда, печаль. Чутка сгорели. Так, ладно, не стоит повторять ошибок прошлых. Горячо, 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 горячо. И опять не успел. В чем подвох? В чем, мать его, здесь подвох? Давай, баба, беги. Во, все, ништяк, успел. Ау. Я свалил, я так понимаю, да? И пофиг, что я свалился. Ну ладно. Да, все, глава пройдена. Сверхбыстрый. Во как. А у меня там чего? Какой ранг? 6.14. Я между сверхбыстрым и быстрым где-то там. Увеличенный запас шумовых дротиков мы получаем. What happened in Macau was not your fault, little sister. This tiger, Qiu Zhu, burned the port. He's known for his cruel deeds. We call him the demon. I know, Sifu, but we caused this madness. My desire for revenge did. I already warned you about those feelings, Xiao Jun. I know your quest for vengeance fits with the goals of the Brotherhood, but you cannot put your heart into such endeavors. Master Ezio told me the same thing. A wise man, to be sure. Unlike our next target, Wei Bin. The snake. The one who led the slaughter of our Brotherhood, Sung Yong's right-hand man. Yes. So, Wei Bin should lead us to him. But the danger is greater than ever. They know what we can do now, and they want this box and the secrets it may hold. You will travel to Wei Bin alone,
I know of someone here in Na'an who may be able to help us use the box. Very well, Sifu. I will find you once Weibin is dead, and I have Zhang Yong's location. Ну что ж, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. Всем пока!